Дайотра. Сейчас есть субботра. Покажу, как наш обычный день после того, как тень появилась. Я спала 3 часа.우리 젤링이 할머니랑 잘 잤어요? 안녕, 안녕하세요. 지린이가 공부 열심히 하네. 이거는 노랑, 핑크, 검정, 하얀. 우리 재린이 공부 아주 열심히. День. И скорее сегодня у нас съемка 50 дней Зерин. Скорее принято снимать 50 дней, снимаем 100 дней, снимаем и когда на год снимаем. Поэтому у нас сегодня съемка опять Зерин. Моя мама приехала, потому что до студии надо ехать где-то 20 минут. Она поможет. Я собрала вещи. Памперсы. Это бутылка. Вот это отопление для молока. Он тепло согреет. И это теплая вода. И здесь порошок молока. И одежда. Здесь влажная салфетка. А еще вот эта штука. Я не очень хотела снять 50 дней. Но так красиво. Я решила до родов даже. Я не буду снимать так. Ну, как только увидела фотографии, как другие дети сняли, я просто деньги тратила. Юн тоже. Юн очень строгий, логичный человек. Но он тоже как увидел фотографии и все. Поехали. И они попросили ту же самую одежду одеваться. Поэтому это мы с Юном. Немножко непонятная концепция. Если папа не будет, то это не будет бесплатно. Какая-то интересная концепция. Thank you.
안녕하세요. 어머 조심해. 아니 슈퍼마리오 같고 저기 되게 있어. 와 이거 돌산인가봐. 진짜 뭐지? 존나봐. 오 이러면서 오 무슨 일이야 이게. 아이고 이게 살짝 잘라줘, 겨워요. 잘라줄 거야. 아파. 이거...